10-й юбилейный турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти заслуженного тренера СССР Александра Попова прошел в Мытищинском центре единоборств. Это всероссийские соревнования большого масштаба. В этот раз проверить свои силы приехали борцы из 24 регионов страны. В их числе Краснодарский и Красноярский края, Чувашская республика, Саха, Дагестан, Карелия, Северная Осетия, Алания и другие. Этот турнир как бы считается мастерским, то есть участник, занявший первое место, получает звание мастера спорта России. Как подчеркнул главный судья, турнир ежегодно собирает лучших в спортивной борьбе со всей страны. Состав хороший, они хоть не так многочисленные, но ребята накачаны, члены сборной команды России есть, регионов есть, ЦФУ есть, выносливость, очень выносливый спорт. Если характер, выносливость будет, может побеждать. Техника, конечно, играет какую-то определенную роль. Порядка 250 спортсменов боролись за звание лучших в своих весовых категориях. Некоторые из них после победы размышляют о принципах сильного и успешного борца. Для борца важна выносливость, сила духа, дисциплина. Основное, что тренируется во время тренировок. Чтобы победить, нужно набрать разницу в 10 баллов или положить на лопатки. Для кого-то турнир стал еще одной выполненной целью в виде получения звания мастера спорта России. Другим предстоит выполнить работу над ошибками и попробовать заново. Но в обоих случаях борцы получили бесценный опыт. Анна Смирнова, Первый Мытищинский.